Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, то все, о чем ты мечтаешь, сбудется! Так, так, парни, идем, давайте наверх, где-то поблизости уже. Ага. Не шумите особо, парни. Так, будьте аккуратными, мужики, потому что где-то здесь уже хаоситы. О, так уже прямо здесь, парни! Блин, так о чем я и говорю, надо было тише, профессор. Они прямо тут, мужики, сейчас я их с дробовика по головам, мужики, зачищайте! Зачищайте! Нам, тут еще одни мужики. Давай, давай, давай его, туда! Ой, парни! Ё-моё, он подругу позвал, там, слышите, там еще тут куча этих хаоситов, гасите их, Бобис! У них где-то, и мужик, остановись на минуточку, так что будь аккуратен, слышишь? Хорошо, я слышу, парни. Мы должны найти этого монстра, сюда его, Андрюха. Так, ищем, 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 парни. Смотри, этот в двери, давай дверь взорву сейчас. Да давай, давай, взрывай. Да! Он испугался, дверь открыл. Закидываю, сюда. Профессор, вы промахиваете. Нормально, там какие-то эксперименты они делали, посмотрите. Сундучок какой-то, мужики. Бобис, Бобис, сзади. Хорош. Да. Так, смотрите, это не мужик, остановись на минуточку, нет? Нет, профессор, никак нет. Так, ладно, повезло им. Чё за портфель, Бобби? А вот, смотрите. Ну-ка, посмотри, может там баксы? Нет. Доллары, евро. Пусто все. Рубли, доллары, евро. Пусто, пусто, бесполезные. Доллары, евро, доллары, евро, рубли, доллары, евро, подходите, доллары, евро. Так, тут пусто, парни, короче, зачистили походу. Давайте выше, поднимаемся. Так, короче, ребятки, мы ловим монстра Тревора Хендерсона. Эй, мужик, остановись на минуточку, это наше боевое задание. Его забрали хаоситы и делали над ним какие-то эксперименты, походу. Так, Андрюха, ну что, выходим тогда наружу? Да-да-да, выходим, выходим. Так, давайте, сейчас я пробью дверь. Эй, давай, эй, опа. Опа. Нормалек. Так, парни, смотрите, кровавые следы, давайте по следам кровавым. Давайте, давайте. Ого, походу, слушайте, походу в том доме, парни. Ну-ка, тут еще и машины подходящие. Так, давайте, я открываю дверь, мужики, вы гранаты закидывайте. 3, 2, 1. Давайте, кидайте, парни, там эти хаоситы. Аккуратно, слушайте. Там какие-то резервуары с водой или с газом, или с чем, с ядерным топливом. Так, давайте, не кидай гранаты, ты чего ты делаешь? Так, давайте, мужики, давайте, гасите их. Пушечки, с пушечки. Зажимаем его, парни, зажимаем вот этого, что, смотрите. Лох, да? Туда его, этого тоже. О, моечку. Отлично. Так, мужики. Аккуратно, ищите здесь, эй, мужик, остановись на минуточку. Угу. Так, куда они его дели? Это случайно не он? Нет, это какие-то... Да нет. Это какие-то люди, парни, пусто, ё-моё. Ой, заключенные, походу, их, этих хаоситов. Капец, блин, так посмотрите, зайдите, может, какие-то данные будут или что-то, парни, что-то должно быть, так. Какая-то зацепка должна остаться. Сейчас, 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 парни, я тут по трупам пошарюсь, может, что-нибудь найду. Ну-ка, попробуй, ну-ка, обыщи, ну-ка. Мужики, я попробую наверх залезть как-нибудь. Так, я нашел какие-то координаты, парни. О! Чё? Какие? Какие координаты? Там координаты X, Y, Z, 1, 4, 8, 8, 228, 1337. Это куда ехать, Андрюха? Так, сейчас я возьму GPS, проверю. Секундочку, погодите, профессор. Сейчас, сейчас, сейчас. Это в каком городе вообще? Да это здесь поблизости, кстати. А, так пешком дойдем тогда. А почему пешком? Тут же машина есть. Да, кстати. А, ну, ну давайте, парни. Ну давайте. Давайте, садитесь за руль, заводите. Садитесь, только, Андрюха, дорогу покажешь? Ну, да-да-да, прямо здесь. Так, давай, погнали, короче. Далеко ехать? Да не особо, профессор. Они, походу, вот там и делают. Там какое-то построение, судя по данным. Бобби, у тебя как? С головой нормально все? А я по сторонам смотрю, мало ли что будет. А, да? Это у тебя привычка гварда, да? Следить за обстановкой. Ну да, да. Так только прямо, парни, пойдем. Впереди, я туда! Давай на них, профессор! Вставайте, мужики, быстрее! Вставайте! Встали, встали, парни, стреляем, стреляем по ним, давай. Как самочувствие, мужики? Да фиговенько, Андрюха, вот это, конечно, я врезался. Нормально. О, профессор. Парни, поднимите, пожалуйста. Давай, 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 я вставай, защищаю. Поднимайся. Поднимайте, мужики, поднимайте меня. Бобис, поднимай, профессор, давай, я давай, прикрою профессор, тебя. Вставай, давай, давай. Расселся. Так, все, давай, 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 нормально, все. Андрюха, как тебе удается стрелять, нормально? Да нормально, нормально, в армии служил, все по кайфу. Фу, туда его. Отлично, парни, больше нет тачек, слушайте, а то-то хочется порулить. А вот корабль. За руль больше не сядете, понятно? Так, ладно, ну чё, это все сюда мы пришли, давайте здесь он? А где? Нам вот туда дальше надо, вот видите там здание, строение, походу там делают опыты хаоситы. А, где башня вот эта водонапорная, вышка, башня? Все правильно. Так, давайте, парни, тогда за мной, я пойду первый. Вы уверены? Да, мне не страшно, парни, подниматься, кто не поднимался, тот не падал. Кто не падал, ауф. Тот не поднимался. Ауф, да. Так, мужики, смотрите, там вон стоят эти.
Потихался. А я их тоже заметил. А вот давайте с РПГ-жечки. Туда, мужики. На, поешь. Погнали. Бобис, аккуратно. Там еще на крыше. На крыше один сидит. На крыше снимите, он убегает, но испугался. Туда их. Давай. Аккуратно. Один отлетел. Что? Бобис, взрывать буду сейчас. Хорошо. Аккуратно. Так, на крыше остался? На крыше я его снял, профессор, все нормально. Вот тут еще одни, блин. А, давай его, Прохлаждаются. Давай. Фух, добили? Так, ладно, капец, мужики. Капец тут хауситов. Че, Андрюха, тогда я захожу? Аккуратно только. Заходите. Давайте, парни, открыл. Аккуратно. Момент истины. Так, тут ученый. О, это что такое, парни? Это что? Это шашлык или... Эй, мужик, остановись на минуточку, я не понял. Это шашлык, походу, из него. Дайте я осмотрю его, короче. Так, они тут свинью жарят или это и мужик, блин, а? Не-не, профессор, это монстр Тревора Хендерсона, только он еле живой и не дотянет до базы, походу. Так, а ты видел, тут ученые, Андрюха, они делали над ним какие-то опыты и эксперименты. Вот смотри, какой-то шприц. Опа. Андрюха, видал? Ай! Ну и что там за шприц? Тихо, что делаете, я нечаянно, мужики! Вы что? Зачем? Как? Я споткнулся, парни. Вот этот тупой ковер! Так, тихо, Андрюха, возьми-ка анализы, у меня что-то давление падает, Андрюха! Сейчас, секундочку, профессор, давайте на ногах оставайтесь, ага. Ай, подожди, Андрюха, посмотри, пожалуйста, у меня что-то давление, походу, падает. Может, посидите? О, господи, профессор! Чего? У вас давление максимально упало. Да я чувствую, у меня что-то плохо, парни. Так, сейчас мы будем сворачивать задание. Так, Бобби, возьми флешку, возьми все данные. Ага. Монстр уже не жилец, миссия, можно сказать, даже провалена, наверное. Андрюха, чё я вколол себе, а? Я не знаю, может быть, это какой-то, вы поняли, да? У тебя есть аспирин, может, мне дашь его, может, полегчает? Ну вот, возьмите из аптечки, профессор. Да не, Андрюха, ладно. Носом клюните. Да всё, Андрюха, не надо мне. Давайте закругляемся, парни, мне максимально фигово стало после этого шприца, после этой инъекции. Да. Так, хорошо, Бобби, ты данные на флешку скинул? Да. Приедем, посмотрим, что они тут делали. Так, окей, с монстром, но он тут уже сам уже умрет, потому что, сами понимаете, шашлыкса. Оставляй этого мужика! Все, погнали быстрее, мужики, быстрее обратно! Так, быстрее обратно. В канализации. Бобби, если что, под ручку профессора и сваливаем отсюда. Ага, хорошо. Бежим, парни! Давайте, мне надо отдохнуть, возвращаемся в лабораторию. Хорошо, профессор, если что, то сразу же говорите. Ой, парни, вы уже тут? Да, профессор, не отставайте, как ваше самочувствие? Да фигово что-то, мужики, прям вырубает меня. Давайте что-то я быстренько уже, наверное, в медпункт и спать лягу, слышите? Хорошо, профессор. Если что, там у вас будет лечащий врач. Ладно, но мне сейчас не до каких процедур, мне бы поспать, мужики. Так, ну смотрите сами. Так, профессор, мы, получается, с Бобби пойдем расшифровывать данные. Давайте, посмотрите, как я ужасно выгляжу, мужики, а? Ну да, бледный. Ну вообще. Да вроде красавчик, мужчина, не? Посмотри, по сравнению с Андрюхой, какой я бледный, да, Бобис? Ага. Вообще, жесть. А, интересно, почему это? Не знаю, все, парни, давайте, я, короче, спать. Так, Ричард, присмотрите за нашим профессором. Бобби, за мной. Ага. Все, доброй ночи. Все, давайте, мужики, отбой. Отбой. Ой, это что со мной такое? Я не понял. Чё я так себя чувствую? Ё-моё, блин, я что, стал моим мужиком? Остановись на минуточку. О, капец, я хочу кушать. Эй, мужик, остановись на минуточку. Я хочу кушать. Опа. Капец, блин, я убил ученого! Я не могу справиться с этим монстром! Я становлюсь иногда им! А иногда становлюсь собой! Капец, это что за фигня? Походу, это этот шприц! Ё-моё! Я хочу есть! Блин, надо похавать что-то! Срочно! Ой, гварды! Эй, вы что стреляете? Я буду вас есть! Ой, блин, всех похавал! Ё-моё, где Андрюха, где Бобис? Я всех съел! Боже! Капец! О, я буду есть! Не стреляйте! Капец, как так вообще? Идите сюда! Быстро! Я всех съем! Ё-моё, что я наделал? Всех гвардов съел! Все, походу я насытился и могу управлять этим монстром теперь полностью! Профессор, это вы! А, это я! Не стреляйте! Мужики! Так, профессор!
Это я! Да, выходите быстрее! Это я! Что со мной стало? Парни, я съел гвардов! Я не мог управлять собой! Они начали стрелять! Я был голодный! У меня плохие новости, профессор! Ну? Вы стали монстром Тревора Хендерсона на 24 часа, а именно, эй, мужик, остановись на минуточку! Я что, превратился в эй, мужик, остановись на минуточку на 24 часа? Все правильно, профессор, вы вкололи себе ДНК этого монстра. Мы расшифровали с Бобисом только вот что, эти данные, которые мы перекачали с компов этих хаоситов. Угу. Ё-моё, а чё, гвардам не успели сказать? Они по мне стреляли. Да, мы не успели им сказать, блин. Ё-моё, вот-вот. Но я их уже съел, потому что я не мог себя контролировать первое время и был голодный. Ну мы не могли ничего поделать, мы вот только что расшифровали данные, они определяли ДНК этого монстра. Так, он что-то сам иногда бегает, парни, я еще не могу привыкнуть к его нервной системе. Мне надо адаптироваться. Давайте адаптируйтесь, адаптируйтесь. Что будем делать-то, Бобби? Ну я не знаю. Может закроем его в камере? Нет! Да не, я думал он сломает эту камеру, блин. Только не в камере, дайте мне где-то погулять, парни. Так, а как мы будем его выгуливать, Бобби? Есть идеи какие-нибудь? Можно поводок купить и выгулить его как собаку. Не надо издеваться надо мной, слышишь? Я мужик, остановись. Так, стойте, профессор, не вживайтесь, пожалуйста, в роль. Вы все же профессор, как бы, из эпифонда. Да, и что мне делать теперь все время? Так, Бобби, у нас же вроде было какое-то задание по истреблению монстра Тревора Хендерсона. Подожди, разве сегодня? Стой. Ну, слушай, можно и передвинуть сроки. Да-да-да-да-да-да-да. Точно, я забыл. Ну, так, слушай. Может, возьмем вас с собой, профессор? Вы нам поможете, а мы там постоим, кофе попьем. Давайте, я заодно и погуляю, парни. Я помогу вам поймать монстра Тревора Хендерсона и заодно погуляю. Видите меня, короче? Да, мы видим. Кстати, у вас глаз нет. Как вы, нормально там, да? Да, я говорю, ведите меня. А, ну все, давайте за нами. Все, быстрее. Так, надо было, конечно, лучше в камеру, наверное, закрыть его. Я тебя сейчас сам закрою. Догоняйте, профессор. Сейчас когда гоню? Только не споткнитесь. Сейчас когда? Остановитесь. Под ноги смотрите. Споткнулись, когда шприц себе вкалывали. Мужики, давайте. Чё, приехали уже? Ну да. Да, смотри, тут это, шлагбаум. В общем, ребят, короче, давайте я веду вас быстро в курс дела. Мы с пацанчиками приехали ловить монстра Тревора Хендерсона, Forgotten Baby, забытый ребенок. Приехали вот в какой-то городок, здесь есть заброшенный госпиталь. И где-то здесь находится этот опасный ребенок, забытый. Я пацанчикам помогу. Только, мужики, слышите? Что? А чё тут кровь в городе? А ну иди позырь. А это кто, мужики, там слева, посмотрите. Это чё такое? Вы видите? Ё-моё. Так, видим, парни, видим. Я пошел их хавать, слышите? Первого съел. Ого, давай. Второго а съел. А прыгнули? Давайте, мужики, я принимаю удар на себя, если чё, а помогайте мне. Хорошо, отдыхаем. Да, нужна помощь, парни. Снимайте с крыш. Снимайте всех. Давайте, профессор. Я их сейчас схаваю, парни, мы всех. Мы помогаем. Абсолютно. Это, осторожнее, а то это, ну вы понимаете, лопните, короче. Нет, не лопну, я их некоторых ем, а некоторых просто убиваю. Кстати, они очень вкусные на вкус. По сути, вкусные. Но на вкус они не вкусные, но по сути вкусные на вкус. А, нормально. Так, ну-ка проверяем, все дочистили. Так, парни, проверьте обязательно, все ли мы зачистили. Слышите, мужики? Но? А здесь, я смотрю, неплохие домики продаются, блин. А ты думаешь, что они продаются? Бобис, ты думаешь, да, а я, кстати, понял, тут типа монстров много, заброшенный госпиталь, и уже никто не живет, Бобис, и поэтому все дома и продают. Угу, вот-вот. А если мы сейчас поймаем забытого ребенка, парни, мы можем здесь домики и купить, и жить, и тут будет безопасно, правильно? И по дешевке. Да, интересно, сколько стоят такие дома, но дома, в принципе, неплохие. Бобис, позвони. А чё, звонить? Да, позвони, спроси, сколько стоит, и почему продают, Бобби, спроси. Ага. Давай. Сейчас. А, опять ноги не слушаются, так, парни. Так, профессор, вас поддержать? Блин, да нет, надо привыкнуть, ребят, еще. Ну что там, Бобби? Парни, тихо, я звоню. Алло, да, здравствуйте, я звоню вам по домику, который вот, самый крайний у стеночки. Вы не подскажете, пожалуйста, сколько он стоит? Ого. Блин, ну я понял, ладно. Да мне так просто чисто интересно было спросить. Ага, ну может в дальнейшем там позвоню вам. А такой вопросик, а почему вы продаете его? Ой, да вы что говорите, серьезно? А как я вас понимаю? Ну ладно, не... Ага. Да, извини, что потревожил, если что. Ага, все, до скорой встречи. А, что? Не-не-не-не-не. Ага, до свидания. Что там, Бобис? Ой, парни, ну и цены здесь, конечно. Я лучше буду жить на своей даче. А чё такое? Чё продают? Сколько стоит?
Да стоит он-то, блин, знаете сколько? Сколько? Ну как это вот, в рублях у нас сколько получается? А биткоинах? Биткоины, да. Ну, короче, около 5 лямов он стоит. Ничего себе, а почему продают, Бобби? Ну, здесь опасность и всякие, короче, эти, полтергейсты, монстры. Понятно. Так, ладно, парни, давайте найдем госпиталь и попробуем найти забытого ребенка. Надо найти, парни, госпиталь этого монстра, я его сразу зафигарю, этого забытого ребенка. Окей, охотно верим. Так, а это кто пришел? Это что, поддержка, что ли, их? Парни, тут еще какие-то! Я теперь понял, почему тут все продается! Ну это... да. И жердяи! Атакуйте их! Не, я не буду! Давайте, помогите! Давайте вы, парни! А подождите, парни! Я же мужик! Подожди на минуточку, ладно, парни? Я пошел! Что такое? Съел! Что там, Борис? Давай! Жирный! Они меня обрыгали! Все, всех убили, толстопузов, мужики! Фух, хорош, Бобис, а Андрюха обрыганный. Фу, чё вы ржёте, я теперь в красоте какой-то. Главное, чтоб ты, Андрюха, в толстопуза не превратился на 24 часа. Я уже становлюсь. Ага, давай. А вон, парни, слышите, госпиталь, вон крест, видите, погнали туда. О, погнали. А, давай. Давайте внутрь. Заходим, парни, внутрь, заходим. Давайте, открывайте. А тут, смотрите, тут прям какая-то война шла. Так, тут у нас с дверьми проблема, сейчас зайдем. Давай, Бобис. Заходите, мужики. Я открыл. Слышите? Ага. Заходим, парни. Заходим. Аккуратно, блин. Походу, в этом госпитале, друзья, и давай. Есть забытый ребенок. Давай. О, парни, у меня дверь зажала. Погоди, блин, ты что делаешь? Дерни меня, Андрюха. Да дерни. Блин, держи его, держи. Ой. О, спасибо, выходим на улицу. Все, на улицу. На улицу, давай разворачивайся. Там реально забытый ребенок, блин. Ё-моё. Парни, давайте, я вышел, застрял. Я на улицу вышел, выводите его. Ой, а я нифига не застрял, давай, Бобби, зайди его сюда. Выводите, я его сейчас нафигарю. Вот он, парни. Так, парни, фигарь я пошел. Его. Он похож давай, на меня, слушайте, он похож. Все, мы наблюдаем. Опа. О, нифига парни. Себе. Парни, слушайте, что, так легко и просто, что ли? Да ты сильный, кстати. Так ты его съел, блин. Нифига, офигеть, давайте я еще мужик. Посмотрю. Ой. Может, там еще что есть, парни? Давайте, посмотрите, профессор, только осторожен, там с дверьми проблемы. А я сейчас ворвусь, вот так. Так, Бобис, давай обыщем тут все, а? Ага, давай. Ё-моё, сюда, Бобис! Что там, парни, что там, еще что ли? Ты еще один вылупился, а откуда? Его. А откуда, парни, слушайте, он появился, а? Да фиг его знает, вот из-за угла выбежал, видать, на звуки. Капец, блин, так их несколько, что ли, тут? А ну, этот сильнее, походу, да. Парни, Бобис, ты что там в клетке? Я смотрю. Профессор, не кажется, он вас это, на болевой взял? Я его сейчас, парни, схаваю. Даром шею. Смотрите. Ой, малорик. Фух, я их съел, мужики. Этих забытых детей. А вы это, веси поднабрали, профессор. Так, парни, короче, задание выполнено, нет, посмотрите по датчикам, есть тут что-нибудь еще? Давай, а сейчас, проверяй. Сейчас. Ой, как хорошо, парни, все сделали. Фух, ну что, можем возвращаться обратно в лабораторию SCP? Да, давайте, профессор, только вы за нами побежите, окей? Вот да, ладно, побегу. Капец, ребята, вот понимаете, мы следим за всеми SCP-шками, охотимся на SCP, но еще мы вынуждены ловить монстра Тревора Хендерсона. Мы понимаем, что монстр Тревора Хендерсона это не SCP, но просто некому больше заниматься этими проблемами. Полиция не может, армия не может, только мы и остаемся, друзья. Поэтому вот приходится еще и иногда становиться монстрами Тревора Хендерсона и сражаться с хаоситами. Ладно, парни, давайте вы теперь за мной. Ага. Подрезай его. Давай. Ну чё там, Андрюха, сколько мне ещё осталось быть этим монстром Тревора Хендерсона? 8 часов где-то, профессор. О, ну я тогда спать, наверное, пойду, парни. Ну, хорошо, давайте тогда спокойной ночи. Мы гвардам дали указание вас не стрелять. Всё, давайте, парни, отбой, Спокойной ночи! Спокойной ночи! Парни, вы что сделали? Верни меня! Щенок. Эй, вот слышь ты, и... верди меня, положи. Ну отпусти. Давай, отпускай. Мне плохо, парни, верните меня, зачем вы издеваетесь? Я теперь маленьким стал, верните. Если я маленький, вы знаете, что я не кусаюсь и не могу вас съесть. Хорошо, да, хорошо, давай. Ну верь, не надо, парни, но я... Вот, смотри, муха. Вы, таракан. Верните меня, вы. Ну давай, Бобис, наступи на него. Да что вы издеваетесь, блин? Вы посмотрите, какие изверги, ребят, а?
Издевается. Ладно, Бобис, прекрати огонь, пожалуйста. Ну что ты там? Что ты? Я сейчас всех гвардов съем, парни, чтобы гости. Опа! Так, все, ты опасен. Тебе надо, короче, это, мутиль, все. Не мутиль, мне надо поспать, отпусти меня. Ну давай я тебя таким и оставлю, пойдешь поспишь. Ты зачем гварда съел? Ну, ладно, давай я таким спать пойду. Ну отпусти только. Так, ну ты не дойдешь, так тебе надо будет проводить. Ну проводи. Шнек, 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 шнек. Да я дойду, парни. Шнап, шнап, шнапи, шнапи, шнапи. О, изверги, издеваются ребят надо мной, понимаете? О, ну помоги уже, донеси тогда. Что ты? Пошли, пошли, пошли. Бобби, сейчас дверь будешь открывать. Давай, ладно, давай. Она сама откроется. Все, оставь меня. Полюбуйся. Так, ну полюбуйся, что нормально выглядишь, клёво. Нравится? Офигенно, парни, выгляжу шикарно. Я ну, спать. На кровать меня положи. Тихо, погоди, иди сюда. Ну? Надо шо? Сфоткаться. Не а, надо. Надо с бандой сфоткаться, иди сюда, Бибис, давай садись на карты. Давай, давай, давай. Чисто я с пацанами. Все, сфоткался? Да, да. Все, положи меня на кровать, я спать хочу. Ну все, давайте, спокойной ночи, профессор. Надеюсь, всё. Что вы станете обратно профессором. Надеюсь, давайте, уходите, спокойной ночи. Ну давай, кофе, ой, это, по кофейку, короче. Ну да, да, банально. Давайте. Ох, ё-моё, фух, надеюсь, я стал нормальным, надеюсь, я больше не монстр. Наконец-то! Слава богу! Ё-моё! Надо пацанчикам рассказать! Я вернулся! Фух! Вот это да! Где они, блин? Так, здорово, мужики! Это снова я! О! О, профессор! Здрасте! Доброе утро! Как спалось? Отлично, парни! Я наконец-то вернулся в свое обличие! Наконец-то я теперь обычный, нормальный ученый, мужчина, человек! О, поздравляю вас, поздравляю. Эй, что? Это вам за то, что издевались надо мной, понятно? Это было больно, профессор, пожалуйста, извините. Да ладно, извините. Но. Если честно, лучше бы он дальше быть таким был. Согласен. Ага, вы импостеры два, компостера. Не-не-не-не-не. Ну что ж, ребятки, вот такой вот ролик у нас получился. Мы с пацанами надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на все наш канал. Ссылочки на канал и пацанов будут в описании. Звоните про лайки, про колокольчики, про положение комментариев. Ну а с вами сегодня были Уверфон и Бобби. Всем удачи и пока-пока. Всем баю-бай, дорогие друзья. Адьёс, чуваки.